Погнали! Нольф есть. Есть. Он тут тоже есть, Лэнс. Первый, третий. Как мне гимн Бакасуки. Так же, как и сама игра. Страшнее смерти. Я бы под такой гимн в бой не пошел. Стоп. Как долго докручивается? Пипец, как долго. Поехали. Ну ладно, одной классикой больше, одной меньше. Да, детка, спойлеры. Чё там в конце, ребят? Расскажите. Вы мне скажите, чё в конце. Я вам... Давайте, ребята, вот так сделаем. Вы мне рассказываете, что там в конце, а потом я нажимаю, и мы крутим дальше. И все. Спидран. Все умрут. В конце инопланетяне и Градиус. Блин, это класс. А это ж Канами, да. Точно, значит, Градиус будет. В натуре. Кто будет смотреть того за баню? В конце танк на чердаке. Танк на чердаке в Резиденте. Не надо путать. Приквел Градиус, это канон. Я понял. Чуть-чуть. До драйвера, в смысле, чуть-чуть. God Hand. Пипец, ребята. Страшный третий сезон. Очень страшный. Скажу вам честно. Это здесь будет веселый трек с названием что-то типа «Милый дом» или как-то так. Который я на ютубе слышал. Нет? Это в третий? А, где там? Это мой кавер. Подозреваю, что драйвер станет дропом. Почему? Потому что он 1000 часов проходится. Ну что поделать, Тема лора самоузнаваемая. Даже не Лора Палмер. Я не знаю, кто это. На чем он? PS2? А, у меня порт на ПК. Надеюсь, там правильный перевод. Там что-то перевод такой, но не перевод сякой. Так, сейчас. Драйвер это булщит. Помнить? Я не смотрел. Я не помню. Так, настройки. Использовать разрешение экрана из игры. Оконный режим. FMV ролика во весь экран. И пошли в жопу. Корректирует изображение FMV видео при широкоформатном. Разрешение экрана. Так, мне разрешение делать 4:3 или 16:9. Это порт на ПК.
Зачем 16 на 9 в Silent Hill? Разве это нужно? Тут написано локализация текстур. Три на три. Я не знаю. Это ссылка. Скачал по ссылке. Ограничение частоты кадров до 30 FPS. Куча настроек каких-то упоротых. Включить модификации Enhanced Edition. Включить HD шрифт. Высокое качество изображения видеороликов, звука, анизотропная фильтрация. Уровень шума. Цветовая гамма из PS2 версии игры. Сложность. Скорость камеры из PS2 версии игры. Включить сглаживание СМА. Надо или нет? Верно, и нет. Отключить индикацию здоровья, появляющийся, когда персонаж находится на грани гибели. Полезная функция при использовании контроллера с вибрацией. Типа, когда мало здоровья, контроллер вибрирует, что ли, или чё? А, ну мы и будем на геймпаде играть, полагаю. Так, американская версия игры, европейская. Окей. Пока что я... Включу ее, я посмотрю, как она запустится. Круто! Я нажал запустить в окне, она запускается в фуллскрине. Она, по-моему, сейчас выключится, перейдет в окно. Где окно-то сделать? А, окей, все, оно перешло в окно. Только оно, блин... Это неправильное окно, которое в центре экрана застревает. На кой? Объясните мне, какой мудак безмозглый придумал оконный режим без рамочек? О, как круто, когда окно застряло в центре экрана и никуда не двигается. Нахрена тогда оно нужно, это окно, если оно в центре экрана и никуда не двигается? Разве смысл окна не в том, чтобы его можно было куда-то передвинуть, переместить? Так, ладно, может что-то можно изменить еще. Прошу прощения. Настройки. Дело тонкое. Режим экрана. Оконный режим. Полный экран в окне. Оконная рамка. У меня стоит включенная оконная рамка. Почему он игнорит? Когда я запускаю игру, мне вылезает лаунчер, в котором можно настроить дохрена всего. Я настраиваю, сохраняю, нажимаю играть, и ни хрена не меняется. Зашибись. Полный экран в окне. Нажму. Ты можешь двигать только не через рамочку. В смысле? Сейчас попробую. Тройки. Опять запускается фуллскрин. Запускается навсегда в фуллскрине.
опять окно, которое не двигается. Ну и как его сдвинуть? Я не умею в компьютер, я не умею в Windows. Я не знаю, как сдвинуть экран, у которого нет рамки. Кроновый режим без рамки, нож для полноэкранного режима. Круто. А тогда почему он оконный? Чем отличается оконный режим от полный экран в окне? Я не понимаю. Тем более, что и в том и в другом случае игра запускается в фуллскрине. И на самом деле, я, кажется, понял, почему. Окей, я понял, почему. Я понял, почему. Тихо, ребята, у меня все на мази, кажется. Ты что, прикалываешься? Теперь Alt-Enter не работает. Теперь Alt-Enter не нажимается. О боже! О боже! Ничего не меняется. Я не могу Alt-Tab. Я не могу никак на это окно направить. Нажать Alt-Tab. Это невозможно. Реальни, после выпущей игры будешь играть. Я просто не понимаю, как это работает, потому что... Лаунчер никак не влияет. Запускается лаунчер, из лаунчера я сохраняю, нажимаю играть, и ничего не меняется. Я не понимаю, в чем смысл этого лаунчера. Выберите разрешение экрана. Давайте выберем разрешение экрана. 4 на 3. Оконная рамка. Вкл. Я вкл нажал. Почему ее нет? Может, это наоборот, чтобы был выкл? Я не понимаю. Предлагает зачем-то играть на одном ядре. Всегда запускает фуллскрине. Как у меня бомбит от этого? Всегда запускает фуллскрине, несмотря на настройки. Ладно, окей. Короче, говно какое-то здесь непонятное. Тут явно не доходит. Не доходит до игры.
Что прикольно, здесь есть опция положения экрана, но она недоступна. Есть другой ярлык. Окей, давайте через другой ярлык, может быть. Это последнее, что я попробую. Если не получится, то я реально тогда отложу просто и все. Так я уже скачал сборку, в том-то и дело. Тут даже язык есть тот, который нужен, в который просили. Проблема в том, что... Нет нормального окна. Тут есть разные экзешники, есть батники, которые игру запускают. Только они все, блин... Они все, блин, одинаково. Screen мод. Один. Окей, теперь она запускается в окне, но она не двигается все равно. Так, я нашел. Так, enables window border. Requires screen mode. Один to work. Типа, если... Окей, окей, попробуем уменьшить разрешение игры тогда. Бред какой-то. Так, попробуем уменьшить. Теперь оно появилось! О боже, окей, окей. Появилось, ребята. Знаете, в чем была проблема? Вы не поверите. Вы не поверите. Я понял, только почитав файл d3d8.ini. Никакой не другой. Хотя там файлов конфига штук 5. Я прочитал, и там такой классный факт написан. Если... Там включен режим рамки, но там приписочка... Если разрешение окна слишком близко, причем совершенно непонятно, как это они определяют, близко или нет, так у меня на экране место до хера остается. Если разрешение игры слишком близко к разрешению экрана, то рамка не появится. Так что мы будем играть в маленьком окне. Три сантиметра? Не знаю, рулеткой отмерять надо, наверное. Причем у меня стояло 1400 на 1050. И это маленькое. Вот предыдущая игра, которую я стримил, она была 1600 на 900. И она влезала, зашибись. Да, криворукие, Васяны, Вованы, блин, и прочее. New Edition. Так, ну ладно, теперь я могу ее захватить. Я бы. New Васюки. New Васян. Гордо New Васюки. Делал. Сборку. Попробуем ее захватить теперь. Стройки еще не закончились. Нет, экран нормальный, сойдет.
Ниосюгита поселение иностранцев в России? Или наоборот? Да, наверное, если окно меньше, чем 50%. Примерно так и есть. Это бредятина дичайшая. Я никогда такого не видел еще. Хотя сейчас кто-нибудь придет и скажет, да нет, это нормально, это сделано для того. Так. PC. 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 Окей, надо звук убавить. Хватит нам показывать, какие-то заставки там начали крутить. В иностранном Васюки это название русского племени. Как сборку сделал под себя, выложить кто, кто хочет, и знает, что он лошара. Да блин, литера, понимаешь? Есть конфиг, который вылезает каждый раз, когда... В лаунчер есть, который вылезает каждый раз, когда ты запускаешь игру. И там есть настройки. И в настройках есть надпись «Оконный режим». Ты выбираешь «Оконный режим». Там есть можно поставить галочку, чтобы рамка была. Ты ставишь галочку, а рамки нет все равно. И сколько ты раз не дрочи эту галочку, рамка так и не появится никогда, пока ты не залезешь... папку с игрой в коренную, не залезешь в какой-то левый инишник, не options.ini, не config.ini, которые там оба есть, а в d3d8.ini, и только там ты можешь узнать, почему же нет рамки. Я говорю, у меня жалобы к тому, что нахрена нужен лаунчер, если через него ни хера не настроить, если мне один хрен пришлось лезть в корень игры и настраивать все там. Смысл как бы. Так, ну ладно. Вот оно. Вот оно, вот оно, вот оно. О-о-о. Ну чё? Чё? Смысл-то есть начинать? Стрим-то уже заканчивается скоро. Так, врублю звук. Надеюсь, вы не оглохнете, когда начнется заставка. Я убавил вроде в настройках. Да, улучшенная версия, это написано на экране. Так. А тут какая-то заставка есть вначале, давайте посмотрим ее. Заставка не переведена, кстати. Я не знаю, они должны быть переведены или нет. Но заставки не переведены. Я не знаю, может еще и русский язык не поставился. Хрен его знает. Сабы должны быть? Сабов нет. Они тоже в настройках? В настройках их нет. А, нет, у нас есть, есть. Включено. Включено, включено. Вот. Софт только музыка. Но здесь есть. Так. Трейлер, трейлер. Вступление.
Или мы сейчас его посмотрим все равно, не знаю. Титры, можно посмотреть титры. S1 может на стерео поменять. А надо ли? Я без понятия, что такое S7.1. Но не меняется. Ага, надо туториалы для того, как что делать со сборкой. Чтобы понять, что с ней делать, блин, надо туториалы отдельные. Сейчас заставка будет. Или не будет. Вылезал два раза, три раза. Вот она. James, honey, did something happen to you? After we got separated, громко скажите сразу. Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. Музон, nice. She forgot that videotape we made. Ставов нет, я сказал их нет. В настройки они включены. How do you know about that? На эмуляторе проще всего. Да, по-моему, такое вроде. На эмуляторе всегда проще. Я, кстати, один раз видел где-то год или два года назад к нам в странную Уфу якобы приезжал Акира Ямаока концертом, посвященным Silent Hill 2. У меня был конфуз, когда я увидел плакаты с объявлением. И что, он типа по всей России катался? Фига себе. А кто-то из вас там был? Лиан, если сборка с косяками, то, блин, они должны хотя бы нормально их все изложить и предупредить. И предупредить, как их обходить, и что делать в каких-то случаях определенных. Литера, речь-то не о сборщике, речь о том, что к сборке должна какая-то прилагаться инструкция, если к ней какие-то проблемы есть. Readme файл какой-то. И все. Шоу было с медсестрами. Жесть какая. Я не пошел. Никто не пошел, зашибись. Господи. 18+. Эротика. Чё-то волосатую жопу показывают.
Это все вообще из этой игры или это из предыдущей? It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. Это трейлер к вот этой игре. I'm real. Круто. Фух, жарко что-то. Привет, Скамир. Основной снаряд, дополнительный. Так, ну... Дополнительно я не обещаю, сразу говорю. Я без понятия, что это за DLC какой-то. Уровень сражений. Ну, блин. Я без понятия. Чё мне выбирать? Нормально-нормально? Окей. Загадки хард? Нет. Спасибо. Я не хочу, чтобы за меня чат игру проходил в итоге, когда я не пойму, что делать. Хотя все равно так и будет. Уровень загадок выкал. Да как ты за 5 минут не догадался? Я в детстве 3 месяца долбился и прошел, а ты за 5 минут не догадался. Ну ты тупой стример. Я вот такой картины не хочу наблюдать. Да, это человек 3Z, так. Вот так и будет. Все, мы играем. О, я крут, я красавец. Оу, е. Игра начинается с того, какой красавчик. Круто, на кнопку назад мы можем... мы можем пинать оператора. Стоит ли геймпад настраивать под это дело? Боро, всегда есть момент, когда герой стоит у зеркала в обосранной и обшарпанной уборной? Почти всегда. В Думе 3 есть. Слушайте, какая тут камера упоротая? Давайте геймпад подключим. А, у меня он уже подключен. Тихо. Так, тут ну хотя бы ходит, стрейфит на шифты, здесь проще. Почему игра начинается в толчке, я не понимаю. Почему именно в толчке? Какое-то странное место. У меня нет карт этого места. Монстр в отражении, сейчас найдем. Какой-то пароль. За чё? Чё там написано? За чё-то там? Фото того времени, когда она ещё была здорова. Не могу использовать это здесь. Смотреть. Ух ты, круто. Надо курсор будет вырвать потом. В моих беспокойных снах я вижу этот город, Silent Hill. Ты обещал, что когда-нибудь снова свозишь меня туда. Как этого не сделал. Теперь я там одна, в нашем особом месте жду тебя. А, ошибись, спасибо, я так прочитал. Ту-т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 у
что он делает? А, он нажимаешь эту кнопку, он начинает пялиться по сторонам. Понятно. Ну как выйти-то в дверь? Присесть надо возле двери. Это первая загадка. Как понять, как выйти отсюда? Заплатить за услуги туалета. Окей, хорошо, давайте не спойлерить. Так, тут где-то, наверное, что-то есть, какой-то предмет. А, понятно. Что ж, ребята, я уже круче, чем Алекс 230 вольт. Оказывается, надо было в противоположную сторону от двери идти. А, прости, Алекс, я перепутал. Я имел в виду Z-мастера, прости. Умнее, чем Z-мастер. You promised you'd take me there again someday. Большой успех. Оу, oh, yeah. Так, ну сейчас финальный босс будет, да, уже? In our special place. Да я уже прочитал это целых два раза. И тут титры сейчас такие. I got a letter. The name on the envelope said Mary. Нужны. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. Возможно. That's what I keep telling myself. A dead person can't write a letter. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then, why am I looking for her? Чему ищу? Чему? Her special place. What could she mean? This whole town was our special place. Does she mean the park on the lake? Парк на озере. We spent the whole day there. Может быть. Just the two of us, staring at the water. Если отсылки к Твин Пиксу. Could Mary really может be есть, there? Может вдохновлялись чем-то? Is she really alive? Waiting for me? А есть концовка остаться в толчке, Доктор Зет? Есть такая? Так, мы ходим спокойно, оба. И... +30 часов. И концовка называется Damn, I'm looking good. Надо возле зеркала стоять 30 часов. Че это за кнопка, блин? Он просто стоит и начинает. Ладно, окей, мы потом это выясним. А, прицеливание, понятно. Нет, я играю на геймпаде. На клаве какое-то упоротое управление. Окей, я нашел кнопку использовать. Я взял карту Silent Hill'а. Я плюс пробел. Какая радость, что я не играю на клаве. В мусорке есть что-нибудь? И подойти, конечно, тяжело. Черный бак. Как Кодзима с Ямаокой. Интересно. Что на чё найти? Я нашел уже, она вон на Б. А, на Y. Вот она. Так это где я нахожусь?
парк. Мне надо в парк прийти. Парк розовой воды. В туалете безопасно? Ну, блин, не спорю. Наверное. А в хоррорах всегда самое безопасное место — это туалет. Известный факт. Всегда. В туалете можно встретить тех, кто тоже там прячется. Да, никакие монстры в женские точно не зайдут. Озеро Толука. Толкуна. Короче, здесь... Я не знаю. Здесь есть смысл? Вот смотрите, я проверяю каждый мусорный ящик, да. Здесь будет в одном из 500 мусорных ящиков какой-то ключевой предмет, без которого не пройти? Или мне можно забить смело на все это? Брпож. Что, устал, что ли? Что ухаешь-то? На машине дальше не проеду, придется идти пешком. Где идти-то? Закрыто. Где ты идти собрался? Ты тысяча через забор просочишься. Есть ли он какое-то озеро? Ну да, сейчас я пойду туда. Я пока так осматриваюсь. Вот тут какая-то тропа есть. Слева от меня. Здесь. Блин, здесь получается. Здесь. Ну мы туда не пройдем, видимо. Она, видимо, внутри там. А, вон она наверху, я вижу ее. Но, видимо, с нее только вернуться можно. Дает бедненькой. Там камера была спиной, нужно было доской замебить в тумане. Круто. Смотри на его реакцию. Окей, я понял. Если возвращаться назад. Мысли? Окей. Так я не могу пойти вперед. Там же нифига нет. Куда идти-то? Здесь что-то есть. Где-то, что ли? Нет. Так. А, во. Да-да-да, я понял теперь, о чем речь. Тыры-пыры. Как он сюда приехал, везде закрыто? Нет, он просто не видит смысла возвращаться назад. Да блин, алло. Почему камера в лоб мне направлена? Чтобы скрыть все ужасы, таящиеся в темноте. Вот такие, например. Ну, блин. Подходи. Да, круто. Эх.
Чувак, чуми. Да, это город, это самый прокуренный город на свете. Да, круто, чувак. Будь здоров. Я даже с тропы никуда сойти не могу. Сейчас будет эпичный побег. Полотно. Да не хочу я бежать. У нас герой через 3 шага начинает... Вдруг мне надо стамину сберечь. Блин, он и ходить устает. Он даже просто ходить устает. О, классно. Вылез порог. Далеко мы? Чувачек. Декорация? Серьезно? У него нет... То есть, хотите сказать, он тут бегает бесконечно? Второй, Оэдита. Колодцы что-то есть. Что это такое? Мне это такое ощущение, будто он копается в моей голове. Данное чувство. О, мы тут сохраняемся? Мы сохраняемся в колодце? Как-то очень странно. Запись возможна. А на красной бумаге? А почему он красная бумага в колодце лежит, тоже непонятно. А задом он может бегать? Он может быстро ходить задом. Нам предстоит узнать. О, да. Так, ну и где я? Бывает этот хал, бывает. Если здесь субтитров не будет, тогда я не знаю. Надо опять будет копаться в конфигах, чтобы найти, где их включить. Привет, Зеро Камикадзе. I'm sorry. I was just... No, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah, I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see. Какая экспрессивная мимика лица. You can't miss it. Thanks. У меня есть карта. Как можно с картой заблудиться? Дундук. I think you'd better stay away. Да, все так разговаривают. Все так. Так разговаривают. There's something wrong with it. It's kind of hard to explain, but... Is it dangerous? Maybe. And it's not just the fog, either. Okay, it's... I got it. I'll be careful. Да зомби там какие-нибудь. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I really don't care if it's dangerous or not. I'm going to town either way. Я пойду в город. But why?
I'm looking for someone. Who is it? Someone very important. Уже вижу намеки и направление. Вот еще ничего не началось. Me too. I'm looking for my mama. Ну, Наза обещал жестоко банить всех, кто начнет подсказывать. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. Короче, здесь люди пропадают. It's not your problem. I hope you find them. Yeah, you too. Конечно, вы будете подсказывать, а потом вас будут банить. Это просто. Наверное, нет никаких подозрительных могил. Полчата поляжут в неравной борьбе. Ребята, ставьте плюс все, кто проходил эту игру. Ну да, Лиан, не так уж это и страшно на самом деле. Если это резонно. Главное, чтобы это было резонно, а не вождение за ручку. Управление через жопу. Да вроде нормально, на геймпаде, по крайней мере. Можно выйти отсюда. Мне больше нет смысла болтать, да? Мы ее и не найдем уже, наверное. Нифига не видать, блин. Где она? Она тоже исчезла. Вот она. What is it? Oh, nothing. Sure is quiet here, huh? I guess. Интересно, интересно. Вот тут есть домик, в который нельзя зайти. Пофлексить перед ним. И вот эта дверь не откроется. Будка. Я просто пытаюсь понять, где что находится. Потому что мне это пригодится. Тысяча одно, да, даже не прирождение, а тысяча одно наказание. Я смотрю на список реквестов, и мне страшно уже. Да хватит шуметь, задолбали, выпрыгивайте уже. Выпрыгивайте из тумана. А вы уже определитесь, вы будете выпрыгивать или нет. Сколько можно шуршать? Пастбище. Круто. А как ватроид? Жалею. Все так плохо. Тут камеру за спину. Но это не сразу разворачивает. Я не знаю, где эта кнопка. Нет такой кнопки. На геймпаде, по крайней мере, нет. Можно вот так только сделать.
А начинаешь на нее бежать. А. Окей. Так что ли? Смотрите на это. Оператор бежит. Оператор бежит за спину персонажа. Смотрите, как это выглядит. Реально как будто... Только оператор двухметровый, к сожалению. Сегодня Всемирный день макарон. Завтра будет праздник гранат в Азербайджане. Вау. Надо срочно сделать макароны с гранатом. Далеко тут бежать, однако. Есть тут бесконечное число невидимых стен. Тендермен подрабатывал оператором. А, ну понятно. Начинал с малого. Понятно. Срочно запустить эмулятор Dreamcast Макарон. И послушать песню Шакарон Макарон обязательно. Все мы любим эту песню. Макарену? Нет, Макарен это не то. Что? Как ты смеешь осквернять? Когда день Мухомора? Это надо спросить у Дукалиса. Pleasant River. Классно. Что-то написано. Заказай. А, нарушители будут наказаны. Да, игра рассказывает про лог и т.д., но это потом уже. Станция, что ли, на которой ничего нет? Это жж неспроста. Тут топать далеко. Почему он на тачке едет? У него тачка есть. А ну да, там дальше типа не получится. Роудраннер. Кажется, я куда-то совсем не туда иду. Как-то очень далеко топать. Это очень круто, что она никак не относится. Да не шуми! Кстати, о сейв раннере. Почему всегда туман? Потому что, наверное, я не знаю, вечный перекур. Так, тут можно сохраняться в любой момент ведь. Да ведь? В любой момент. А зачем тогда эти красные хрени блокноты?
Только пока версии. А. Сейчас начнутся. Нет, так не по канону. Ну вот, началось. Уилд. Сандерс. О, KFC в той стороне. Найс. Какой-то это дымок от курочки. Ладно, окей. Да, у нас много килобайт. Пор идет на эти листы большой. Ну, ну не будем им пользоваться, окей. Что вы так, не парьтесь. Аптечка. Мы ее взяли. Да, давайте играть без сейвов лучше. Давайте дойдем до середины игры и сдохнем, и начнем заново. 10 часов. Обязательно без прыжков. Ладно, идем, короче, прямо к цели, потому что я пока буду тут все обшаривать, я с ума сойду, наверное. Идем прямо куда надо. Стоп, нам сказали стоп. Это пятна. Кровь. Да кетчуп это рядом же KFC, чувак. Это просто человеку... Просто человеку с острыми крылышками перебрал. В туалет ковыляет. Это кетчуп, господи. Это ж KFC тут рядом. Чувак, тебе подсказать, в какой стороне туалет? Ты, наверное, нашел туалет. Закрыто. Обмен. Лазерные диски. ПУ. Блин, было бы круто, если бы здесь были русские вывески. Всякие. Хотя, может быть, они тут и есть. Магазин матрешек? Да нет. Какой-нибудь, я не знаю. Шашлычная какая-нибудь на каждом углу должна быть. Это Линдси, улица Кат. А в какую сторону? О, можно прямо и налево. Отлично. Вот падлы. Не, чтобы починить дорогу. Через проезд Вачс. Можем сюда выйти? Наверное, нет. Это провал. Это фейл. Это фейл. Господи. Хватит курить, ничего не видать. И Еймс еще никогда не был так к провалу. Он приблизился к провалу. Буквально. По газону будем ходить. Вот телефон. Можно вызвать такси. Как жалко, что нельзя. Туман в настройках. Так не по канону. Может, тогда мы увидим. Тогда мы увидим, как игра не прорисовывается. Кафе Техас. Зернистости хватило. Хватило уже. Мыла хватило. Ребята. Фух, так.
А тень беспокоит меня. Что же это было? В смысле? Так я только что бежал в ту сторону 15 минут. До самого провала. Или нет? Или я не в ту сторону бежал? Я не понял. Мимо? И еще один тупик. Правильно бежал? Так там же провал. Че тогда делать? Че? Ну правильно бежал и... Че, я триггер не дотриггерил? Надо было сначала затриггерить эту супер волнительную кат-сцену, только потом... смотреть на землю. Искать пиксель на земле. Сюда что ли повернуло? Нет, тут тупик везде. А, да, поперлась. О, в лес побежали. Вот, я же его искал, я же знал, что мне сюда надо. Проезд в Ачс. Да, можно сделать так, что на экране в 90% времени, 90% времени абсолютно ни хрена не видно. И будет челлендж. Если даже крутит головой, смотришь, это, скорее всего, предмет. Давай. Европа FM. А? Радио Ваня. Ну что, падла? Мне нравится эта уверенность. Какую кнопку бить, господи? Вот так. Это не человек, это рейвер. Замочить надо всех рейверов. Наверное, на харде он бежит на игрока и тут же убивает его ваншотом. Так смешно с этой палочкой стоит, блин. И осматривать не будешь ничего? Хард 10 ударов. Хозяин на конце слабооружно, простое и легкое. Активный радиоприемник шумит, когда рядом монстры. И он включен. Да, я на нормале. Все что ли? Валим отсюда. Классные ботинки. Оу, oh, yeah. Oh, yeah. This thing broken? Give it to me.
I'd better take it anyway. I might need it. Годится. А Скайна Круз, значит, сейчас нападет? О, да. Наш герой не промах. Даже можно бегать с палкой. Это прикольно. Совсем пофиг, что присутствует над каждый день такое встречает. Тупой просто. Может, он голодный и поэтому не в себе. Ай, тут закрыто, там закрыто. Ладно, пойдем на улицу Кат. Ты не ты когда голоден? Попробуй Сникерс. Здорово. О, ты блюешься. Ах ты падла. Некультурно так делать. Куда пошел? Стоять. Что значит сникерсни? Надо посмотреть в словаре глаголов. Делать-то? Что делать? На карте написано, куда идти. Я иду. Тут есть несколько ударов или чё? О. Если удерживать... Если удерживать, он начнет месить. Ты это хотел сказать? Это тоже? И значит, это еще не все. И... Ну и что? Эй! Сюрприз! Отойди от них, они же блюются. Да почему ты не отходишь назад, дурак? Куда они убегают, я не могу понять. Не убегают, чтобы сдохнуть? А, они не убиваются вообще. Он как-то бьет непонятно, у него удары в молоко проходят. Очень странно. Не говори, Алекс. Думаю, ты что, говоришь, отойди? Ха. Я пытался сделать так, чтобы герой отошел. Лечилка же. Что лечилка? Ну есть она. У меня и так нормально. Тут не написано, кстати, сколько у меня здоровья нигде. Наверное, значит, что оно у меня четкое. А герой смотрит. А, бутылка, что ли, вот это? Пипец, еще заметить надо, что герой смотрит, блин. Учебный напиток. Эй. Мимо. Теперь не мимо. Классный хитбокс.
той падла. Стой, тварь. Да хватит, бей вот так. Окей. Все, ничего нет. Училка невидимая, я бы совсем не заметил, но я не заметил. Вдеть герой поворачивает голову, у них головы большие, лучше видно. Да, нужен мод на эту игру с большими головами. А куда я иду вообще? Мне не туда. А, прямо и налево. Право, точнее. Эй, чувак. Опа. Ты не слишком это. Надо тайминг подобрать. Дурацкая какая-то, странная, непонятная. Хватит. Играй в нее как в Резидент. Классно! Я буду играть как в Резидент. Несмотря на то, что я никогда не играл в Резидент. Наше ХП нигде не отображается. Играя в нее как в Resident Racing. Меню? Оно и в меню тоже не отображается. Где оно? Нету его. В каком меню? В главном? На титульном экране оно отображается. Состояние? Цвет картинки? Просто я думал, это просто, не знаю, какой-то скриншот. Самое странное отображение. Дурак! Ты замахиваешься 1000 лет! Пипец. Да, заблюют. Чё там на паузе? Нормально. На здоровье эффект довольно слабый. Пульсом. Экран побелел. Где, куда мы идем? Налево до второго поворота. Ну ладно, будем забивать на остальных тогда. Кто-то еще? Что это было? На велосипеде зомби? О, еще одна. Еще один кетчуп. Я не хочу, мне кажется, уже избитая тема шуток про кетчуп. Давайте серьезно относиться к этому. Мне кажется, как будто кто-то на велосипеде катается. Больше не надо на сельские вечеринки ходить. Да.
Если еще деревня где-нибудь в низине находится, то именно так все и выглядит. Окей. Да посмотри вперед, господи! О, нет. Он долго бьет, очень странно это работает. Да ударь по-другому! Господи, я не понимаю, как удары работают. Боевка есть кривая, я уже могу сказать сейчас. Найдет ли кирпич или нет? Ну блин, когда ты сказал, найду я или нет, мне сразу же захотелось искать. Называется спойлер. Теперь, конечно же, я найду, потому что я знаю, что надо искать. О нет, здесь лежит мужик, мы его нашли. И взяли ключ от ворот. Спасибо этот мастер за то, что прямо сказал мне, что делать. И повел меня за ручку. Спасибо. Не хватает чата рестримио, в котором можно сообщение от спойлера... Сообщение прятать в спойлер для стримера. Каких ворот это ключ еще, я хрен знает. Гостиница «Лесная долина». Круто. Не будем мы искать, написано. Ну вот она. Мне сюда надо, мне надо в парк, мне надо в гостиницу. Господи, я никогда до нее не дойду таким образом. Правильно иду? Нет. Правильно, чёрт возьми, так и надо. Эри. Вот вы подсказываете после этого. Так, Матан Авеню мы не пойдем. Какую метку? В эту? Я никуда не ходил еще. Я никуда не дошел. Я не могу пройти 3 метра, чтобы что-то не произошло. Чтобы что-то не случилось. Да, Матан Авеню. На этом авеню опасно выходить. Там... Там гопники в очках с учебниками будут тормозить и... А ну реши, интеграл! Слышь, иди сюда! Интеграл реши! Логарифм найди! Здорово, взгляд, дальше не пройти. Спасибо. О. Да чё всё трещит? Камера, куда ты смотришь? Боже мой, камера, куда ты смотришь? Смотри вперед! Вперед, смотри. Хватит прятаться, иди сюда, тварь. Тю-тю-тю-тю-тю. Пипец, он... О, боже! Вы не представляете, какая задержка перед ударом. Он, нажимая удар, он стоит целую 10 секунд. Только потом начинает бить. Хватит убегать, зараза.
Конечно, я буду, на меня будет блевать каждый зомби, потому что, блин... Да, спасибо за такую камеру. Спасибо, спасибо. Иди сюда. Другой, еще один. Долбали. Чего упоротые такие? Да, спасибо за такое, за такие бои. Так понимаю, за фокус это неизбежно, это смешно, понимаешь? Это смешно, это просто неизбежно. Единственный выход избежать спойлеров, это играть вне стрима, это тупо не стримить и все. Я тебя уверяю, невозможно постримить игру, чтобы никто ничего не проспойлерил, это невозможно. Можно банить весь чат. Это невозможно все равно. Синдагмата было хуже. Ну. О, стрим упал. Наверное, так надо делать. Да, ребят, стрим упал, причем вовремя. Так, и что с этим трупаком-то? Я что-то нашел у него или нет? Я даже не увидел. Просто так мужик лежит, отдыхает. Так, где я? Тоже тупик. Да задолбали. Нахрена рисовать карту, если нигде нельзя пройти? Пец. Никуда нельзя. Классный город. Зачем мне радио? Они и так орут, так что оглохнуть можно. Да, круто. Таран нефрит удачи. Игра здесь закрыта. Да, причем даже не тебе сюда рано, а здесь закрыто просто. Эти чертовы крысы, они продолжают шуметь. Ладно, хоть они ничего не делают. О, там что-то... Тихо. Там что-то уползает. Тупи на нее. Или она меня укусила? Эй! Что это за жучок? Ну, блин. Порта состояние. Замок сломан. Если он сломан, тогда им его не открыть даже ключом. И все на этом. Это наша эпическая. Открывание двери заканчивается. Ключ от ворот написано. Здесь другие какие-то ворота. Через 3 метра, наверное, другие ворота. У вас пипец как много. На следующий стрим выключу свет. Я потому что скоро закончу, я до следующего сева дойду и закончу.
на сегодня. Так, ну и чё? Так, полагаю, другая улица тоже перекрыта, и типа можно пройти только отсюда. Люк. В этой игре Star Wars. Есть люк. А отец тут есть? Закрыто. Закрыто. Ну, в заброшенном городе все закрыто. Потому что все уехали и все закрыли. Логично. Все умерли. О, открыто. Внезапно. О, кетчуп. Нет карт этого места. О, я не знал, что можно так делать. Прикольно. Гостиница Лесная долина, первый этаж. Какого хрена здесь делать? Я взял карту, это круто, но мне вообще надо не сюда. Ладно, мне надо найти сейф, окей? Это вся моя задача. Вся моя задача. Сейчас. О, вот и он. Зашибись. Мне нравится тень, которая у главного... Ох ты! Вау! Это приколы! Классная тень у персонажа. Опа! 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 Видали? Продвинутое освещение. Динамичное. Оп! Оп! В реальности тоже так. Я в подъезд захожу, и у меня тень резко в обратную сторону начинает светиться. Это нормально, ребята. Такое бывает. Ладно, давай засеемся. Свободное место много килобайт. Сколько надо? 8? 8 килобайт. Но я думаю, нам на несколько сейвов нам хватит. Ладно, хоть игра не начала цифры и буквы вместо... Не начала буквы и символы вместо цифр отображать. Так, ну ладно. На парочку? Зачем? Я надеюсь, что все сохранится только. А как выйти? Привет, Шульц. Ты опоздал, я как раз сейчас собирался заканчивать. Уже игру закрыл. Прошу прощения, что пришлось огорчить. Да вижу, ничего себе. Уже не видишь, а увидишь завтра. Ну ладно, ребята. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, стрим был не скучным. Надеюсь, сильно не затянется. Я постараюсь фигней не заниматься. Да, я дашборд не поменял. Прошу прощения. Это уже не важно. В общем, постараюсь сильно не фигней не заниматься. Минимум, забивать бесконечно респаунящихся врагов я точно не буду. Тех, которые мешают. Ну и... Не знаю. Посмотрим, как пойдет. Пока ничего обещать не могу. Но увидим завтра уже все. Я могу ее дропнуть, и, ребят, я могу ее дропнуть, если вы меня будете излишне за ручку водить. Я тогда могу ее дропнуть. В таком случае. Я должен сохраниться 53 105
А, 53 105 927 раз, чтобы забить всю память. Ну, комбайнер, попрошу. 53 105 924. Потому что я уже три раза сохранился. Ну ладно, ребята. Всем пока. Да, комбайнер. Корни.